Это Хабаров спортивный, в студии Марьяна Гейт. Финальные игры амурских тигриц. Наши болельщики смогут наблюдать здесь, в Хабаровске. Все это благодаря тому, что волейболистки стали первыми в группе Сибирь чемпионата России. Где и когда, а также промежуточные результаты расскажут Вячеслав Тележук, спортивный директор, и главный тренер Александр Щурин. Здравствуйте. Мы заслужили право на финальные игры здесь, в Хабаровске. Давайте напомним тогда, где первый финальный тур проходил. В городе Череповец, Вологодской области. Давайте объясним зрителям и болельщикам, те, которые не очень еще вникли, как эта система работает, что значит первый финальный тур и второй, и почему мы так стремились к этому? Ну, потому что это добавило количество домашних игр, к чему мы стремились, да, чтобы болельщики, дети видели нас в городе Хабаровск. Вот, и выглядело это следующим образом. Игрались две зоны – зона Европы и зона Сибирь. И у победителей зон два финальных тура. Ну, то есть первый прошел в Европе, второй… Получается, в списке номер один выиграли, ну, совершенно опередили верно, да. Всех. Ну, в зоне Сибирь, да, опередили всех. Да, именно поэтому мы заслужили это право. Надеемся. А кого мы выиграли, сколько команд там было? В зоне Сибири. В зоне Сибири и Дальнего Востока, хотелось бы тоже добавить, что Дальний Восток все-таки называется зона Сибири и Дальнего Востока. Выиграли мы 5 команд, у нас было 6 команд. По итогам чемпионата регулярно мы заняли первое место с хорошим отрывом, чем гарантировали себе финальный тур. В зоне Европа выиграл Череповец. Тем самым они себе гарантировали финальный тур, и уже лучшие команды из зоны Сибири, это наша команда Владивосток и Иркутск, и из зоны Европа – это команда Череповец, Пенза и Брянск. Пять команд, получается, сейчас финальные. Три из Запада, три из Востока, да, если так простым языком. А мы играем в том же составе? У нас какие-то изменения происходят ли вот в течение чемпионата России? Нет, ничего не происходит. Ну, то есть мы просто сначала играли только со своими, со своей зоной. И вот теперь мы объединились, три команды с Европы, три команды. А как результаты у нас по итогам первого финального тура, который прошел в городе Череповец? Ну, могу сказать, результат мог бы быть лучше, но ничего страшного. Результат хороший. Обыграли хозяек, выиграли наших основных конкурентов «Динамо» Владивосток. Правда, в тяжелой борьбе со счетом 3-2. Ну, к сожалению, в первый день там немножко, может, девчонки переволновались или еще что-то. Ввели в игре с Пензой, уверенно, со счетом там 2-0. В третьей партии что-то надломилось, и уступили со счетом 2-3, в связи с чем мы оказались на второй позиции, хотя, ну, она номинальная, я думаю, все будет решаться сейчас в Хабаровске. Надо посмотреть. А что значит номинальная? Ну, потому что еще домашний тур, второе место мы заняли в связи с тем, что мы проиграли на одну партию больше, чем Владивосток, хотя в личных встречах Владивосток мы выиграли. Да, вот почему у меня возникают такие вопросы, когда изучаешь турнирную таблицу и результаты, то ты понимаешь, что очков-то у нас столько же, сколько и у «Динамо» Владивосток. Ну, на данный период времени… Но при этом мы на втором месте. На данный период времени это дает только, ну, посев и расписание. Все остальное все равно будет решаться на нашей площадке, то есть все в наших руках, чтобы… Да. Так скажем, не допустить те промахи, которые были в Череповце. То есть здесь у нас разрыв буквально в партиях начинаем, да, считать. Ну, можно есть... сказать, его нет. То есть для волейбола, именно для турнира, который будет состоять из 5 игровых дней, это ничто, это там 0,0,0%, поэтому это не проблема. Тогда для болельщиков где и когда пройдет финальный тур? Финальный тур пройдет в УКСК, там же, где и проходил первый домашний тур 16 по 22 января. Сейчас он будет здесь у нас с 23 апреля по 28 апреля. 5 игровых дней будет, один выходной. Первый день мы играем с Череповцом. Как раз это победители Запада, интересная игра будет. Все игры, думаю, будут интересны, но тем не менее с принципиальным соперником, с «Динамо» Владивосток, у нас игра 28 апреля в 16:00. Такой наш заядлый соперник. Ну, это будет 10-я игра с ними в сезоне. Так что это тут, ну, объективная ситуация. Плюс у них все равно состав всех опытней. В принципе, всех. По идее, вы знаете этого соперника уже от и до, как и он нас, в общем-то. Ну, именно так, да, мы играем. Ну, как показал первый финальный тур, что все-таки, ну, зона Сибири и Дальнего Востока немножко посильнее вот на данный момент. Именно касаемо двух наших клубов, от Владивостока и Хабаровск, ну и, можно сказать, Иркутск тоже не сильно отстал. У них просто возникла проблема на финальном туре, основная диагональная, там у них, ну, по состоянию здоровья не смогла принимать участие, и поэтому им было тяжеловато. А так бы, я думаю, они тоже достойно показали бы себя. А вы ожидали, что так будет? Что, ну, как наша зона сильнее, чем зона Европы? Ну, как показывала практика, к сожалению, последние года
немножко уступала наша зона, но с появлением хабаровской команды, там, Владивосток, определенные изменения внес. Соответственно, мы понимали, что ну, составы у нас собраны, так скажем, которые должны быть чуть-чуть получше. Но, опять же, не отдавая должное, и те команды тоже сильные, просто ну, вот, немножко вот так вот теперь. Небольшое дополнение для зрителя введем. У КСК это бывший Ледовый дворец, который находится, когда на центральную набережную мы заходим через центральные ворота, сразу справа белое здание. Совершенно верно. Напротив колеса обозрения, там же будет вход в арену. Со стороны колеса обозрения. Центральный вход. Центральный вход, да. Угу. Я думаю, там для зрителей не проблема будет найти. Насколько вход свободный? К сожалению, вход не свободный. Вход мы сделали платный. Билеты продаются на сайте. Ну, там все это в телеграм-каналах везде есть. Цены номинальные, там 100-200 рублей. Сделали ли это мы просто для того, чтобы немножко дисциплинировать наших болельщиков. У нас был опыт бесплатных билетов, также через интернет-сайт. Просто нужно было зарегистрироваться, получить место и спокойно прийти смотреть волейбол. Ну, получилось так, что люди просто регистрировались на сайтах и не приходили на матч. И получается, люди, которые хотели бы прийти, не могли прийти из-за того, что билеты все были заняты. А свободные места все-таки появились. А пустые места оставались. Пустые места, конечно, обидно. Да. А сколько у КСК вмещает? 1600. Ну, это внушительное количество. А максимальное количество зрителей сколько было на трибунах? Было максимальное. Вот в том-то и дело, что по регистрации, вроде как у нас был полный зал. Да, на самом деле, ну, не скажу, что большие огрехи, но свободные места все-таки были. Это именно те вот люди, которые зарегистрировались. Но, может быть, по объективным причинам они не смогли прийти. Может быть, еще что-то. Ну, тем не менее, такая ситуация была. Угу. Билеты нужно покупать заранее также по регистрации, либо по факту? Их можно приобрести в УКСК, можно приобрести заранее на сайте, в телеграм-канале, ВКонтакте. Имеется все ссылки, там просто можно в два клика зарегистрироваться и приобрести билет на любые свободные места. И для наших болельщиков игры амурских тигриц будут в удобное время. Да, совершенно верно. Мы будем играть последними парами 18:30 все дни, кроме воскресенья. Воскресенье в 16:00. Угу. А нет ли предположения, что возможно у КСК для такого уровня игр возможно мало? Ну, я не знаю, может, конечно, Александр Викторович скажет. Как сказать, на самом деле очень хороший зал с точки зрения вместимости. Я не думаю, что... Ну, вот мы играли в зале тоже неплохом, тоже довольно-таки много болельщиков, особенно там на местной Череповце? Команде были, да. Но это фарм-клуб все равно, у них есть первая команда, у них там достаточно есть еще и третья команда. Они воспитывают молодых звездочек. Но у нас зал лучше, чем у других. Угу. Ну, по крайней мере, в нашем лиге. Это вы сейчас и в некоторых... с точки зрения зрителей? С точки зрения посещаемости это 100%. Угу. С точки зрения посещаемости мы вот сейчас включаем, к сожалению, некоторые игры Суперлиги, и ну, чуть-чуть болельщик не ходит. А тигрицам как играется в нашем зале? Потрясающе. А что говорят соперники, которые посещали? Ну, которые приезжали в январе, все были в восторге от, во-первых, праздника, который мы устроили. Угу. Да? То есть и шоу было, и количество зрителей, опять же, это такой немаловажный фактор, это атмосфера, это ну, другие эмоции, другой опыт, и в такой атмосфере надо расти и развиваться. То есть уровень выше, чем в любых других городах, если мы говорим даже про Азову, Сибирь и Дальний Восток? Ну, я вам даже больше скажу, уровень даже именно организации, проведения зала, освещения, там, музыкальной обработки, еще ну, что-то. Хорошо, это повод для гордости. Да, так мы даже, скажем так, высшую лигу А, я думаю, мы затмим. То есть есть много пустых залов, достаточно, не буду называть команды, никого ну, не хочется да, обидеть. Не обидеть, да. Но уровень... очень-очень высокий. Для высшей лиги Б это уровень просто зашкаливает. А это еще одна причина стремиться в группу А. Совершенно и верно. Финалисты, те, кто выигрывают высшую лигу Б, получается, путь туда уже закрыт, а только вперед, только наверх, в группу А. Верно? Совершенно верно. Ну, мы будем очень надеяться на это, так как все-таки домашние стены, мы, болельщики, дадим тоже дополнительный импульс нашим командам. Напомню, Вячеслав Тележук, спортивный директор и главный тренер Александр Щурин. Увидимся в УКСК. Ждем всех болельщиков с большими ожиданиями, с большой радостью. Хочу сказать, что если вдруг кому-то не достанутся билеты и вдруг будет аншлаг, что билетов на самом деле будет недостаточно, в любом случае обращайтесь через телеграм-канал в наш клуб, мы будем решать эти вопросы, я думаю, организуем какие-то дополнительные места, ну, все вопросы решим, все желающие посмотрят волейбол, здесь у нас финальный тур в Хабаровске. А вот за это отдельное спасибо. Будем рады всех видеть. Спасибо вам, друзья.